Украинские порталы Inforesist.org, UNN.com.ua, UA.ru.info, Главред.info, Супротив.info и другие распространили информацию, якобы народное ополчение запугивает мирных жителей в Луганске и Донецке, рассказывая им об авиаударах прокиевских сил по городам. По версии украинских СМИ, авиаудары не наносятся. Давайте послушаем мнение жителей станицы Луганской на этот счет. Ударил самолет, ударил по райотделу милиции, когда бомбили по мостам, разбомбили школу, разбомбили суд, там тоже, говорят, люди пострадали, и по жилым домам лупило. Нигде никаких, никого нету, ни военных, ни вообще нету лишних людей никаких здесь. И средь бела дня летел самолет и скинул 4 бомбы подряд, 4, вот ямку засыпали, там в конце огорода, вот. И по улице дальше вон разрушили все дома. Погибло, я не знаю, сколько человек. У меня кумия оторвали ногу, умерла. Украинские медиа, Украинская правда, Главред.инфо, телеканал 24 и Зеркало недели распространили информацию, якобы ополченцы Донецка признали, что Россия поставляет им оружие и технику. При этом единственное доказательство, которое приводят медиа, слова активиста движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, известного своими левопопулистскими взглядами. Аргументации из разряда «Мы видели фотографии в Твиттере». Украинские СМИ рапортуют, что инфляция в Украине замедлилась до 1%, а рост цен по итогам 5 месяцев составил всего 11,6%. При этом отмечают журналисты, что цены на некоторые продукты даже упали. Однако медиа умалчивают, что при этом тарифы на тепловую энергию для населения выросли от 23 до 27%. Конечно, об этом писать украинским журналистам неинтересно.